Малыш, что они там с тобой делают, скажи. Они сказали, что у тебя есть 12 часов, чтобы отдать долг. Я тебе обещаю, слышишь, обещаю, все будет хорошо, правда. Не успеешь за 12 часов, очень сильно пожалеешь. Хоть пальцем мою тронь, сука. Ну ты и дрянь. Че ты долбишься, время видел? Девушка залетела, хоть чтобы борт сделать. Пиздец ты попал. Да это ладно, самое обидное, что друг кинул, сука. Теперь денег ему и его дружку должен. А ментовку ходил? Да ходил, че толку-то? Ладно, тут посидим. Это, конечно, не весь твой долг, но хоть что-то. Бля, братан, спасибо огромное, правда. Как только деньги будут, эти все верну. Я нашел половину долга, можно с ней увидеться? Этого мало, у тебя еще есть время. Вот урод. Придурок, отпусти! Извини, я не могу по-другому. Слышь, отошел от нее.